Всем привет, с вами Кашпуйков. Этим видео мы начинаем новый сезон, и тема нашего следующего сезона будет посвящена работе с палкой. Упражнения с палкой позволят вам проработать вашу структуру, укрепят ваши связки и сухожилия, проработают мышцы, скоординируют тело и позволят с точки зрения восприятия контролировать пространство вокруг себя более качественно. Для тренировок вам понадобится палка следующего размера. По солнечное сплетение. В принципе, вам подойдет черенок от лопаты, либо вы можете взять карниз. Карнизы делают достаточно ровными, просто обрезка по этой длине и с этим работать. Ну, в данном случае вот такая специальная палка, достаточно качественная для тренировок. И в этой серии я вам продемонстрирую несколько упражнений, которые можно использовать в качестве разминки при тренировке с палкой. Первое упражнение вы берете вашу палку на середину и начинаете таким образом ее вращать. Не спеша, постепенно протягивая запястье, локтевые суставы и плечевые суставы. Плечевой сустав находится внизу. Не поднимайте плечи, это ошибка. Плечи должны быть внизу, рука должна быть вытянута. Делаем как правой, так и левой рукой. Инерция палки создаст вам нагрузку на ваши сухожилия. То же самое вы можете делать и в позиции, когда ваша рука вытянута в бок. Плечо внизу, рука вытянута. Таким образом вы вращаете. Держите палку прочно в руках. Как правой рукой, так и левой рукой. Делайте порядка 10 повторений, 10-20 повторений. 1-2 подхода. Слишком сильно перегружать плечи не стоит. Следующее упражнение. Также держим палку за середину, локоть. Сгибаем потом 90 градусов и поднимаем плечо вверх, вниз. Таким образом вы прорабатываете плечо. Плечо, запястье, протягивается широчайшая мышца, и вы чувствуете инерцию палки. Также делаем это как правой рукой, так и левой рукой. Следующее упражнение. Также палку вы держите за середину, вытягиваете руку, перед собой можете слегка ее согнуть, и работаете таким образом, слегка поворачивая корпус, двигая палкой по инерции вперед и за спину, в горизонтальной плоскости. И то же самое мы делаем другой рукой. Вторую руку вы можете положить себе либо на живот, либо на бедро, либо открывать за спину. Палка должна идти строго в горизонтальной плоскости. Плечо внизу. И заключительное упражнение в нашей сегодняшней разминке. Берем палку таким образом. И ваша задача поднимать плечи. В одну сторону, в другую сторону. Раз, два. Раз, два. Это отличное упражнение для проработки плеч. Делаем порядка 10-20 повторений. 1-4 подхода. Тело прямо. Работает исключительно плечевой сустав. Данное упражнение позволит разогреть ваши мышцы, подготовить связки к более тяжелым упражнениям. А с вами был Кашпуйков. Спасибо за внимание. Если вам понравилось видео, поставьте лайк. Если вы еще не подписались на мой канал, подписывайтесь. Спасибо за внимание. До встречи в следующих видео.